поздравляем с победой и с сухой игрой. Это всегда здорово для вратаря. Хочу спросить о том, насколько сложным получилась встреча, особенно первый период, когда было очень много бросков и наверняка не просто пришлось. Спасибо. Я 2 дня не тренировался, у меня я заболел чуть-чуть, горло было, не ел ничего, и после первого периода чувствовался, как не было энергии или сил в ногах, но команда мне как очень помогла, блокировала броски, и все как играли сегодня на победу, но у нас сегодня не был бросок в их зоне, мы просто держались максимум 3-4 секунды на у нас бросок на шайбу на крючке была, и потому что Нижнекамск очень хорошо катался, и у нас не было большинства, не было ничего, но все воевали и сделали так, как бы сегодня победили. Правильно ли я понимаю, что игра вам не понравилась по содержанию, что остался какой-то такой неприятный осадок? Да, мы то все узнали после второго периода, там сейчас много статистик в КХЛ, и там было, я думаю, 3 или 4 секунды. И были максимально за шайбу на клюшке после второго периода. Это очень слабый результат, очень плохой результат. Но, как я сказал, потом мы просто играли через стекло или не хотели играть за шайбу в нашей зоне. Просто все выбрасывали из нашей зоны. И такой, как некрасивый хоккей, как Спартак играет всегда. Но сегодня все сделали как надо на 2 очка. А как вам кажется, с чем связано это? Какая-то усталость накопилась? Почему команда немножко так смотрелась не как обычно? Все команды сейчас воюют, знаете, как все играют в плей-офф, и нет плохой команды. Смотрите, как Владивосток или Нижнекамск тоже 10 побед подряд, я думаю, там у них было. Все команды хорошо играют сейчас. Мы знаем, как не будут все игры, все М2, как с Минском было, но молодцы сегодня, мы все сделали на очка сегодня, и сейчас надо отдохнуть, и потом дали его ставить. Не так давно играли с Нижнекамском на выезде, тогда был более результативный матч, чем сегодняшняя игра, вот по содержанию от начала, что изменилось? Игра вообще по-другому сегодня была, мы играли на въезде, ждали чуть-чуть Нижнекамск пониже в нашей зоне, у них были броски тоже, но не столько, как сегодня, и не было много шансов, как сегодня у Нижнекамска. Мы играли лучше там, как сегодня дома, но, не знаю, надо посмотреть видео и потом взять какой-то результат с этого. Последний вопрос, но все-таки нефтехимик вам помотал нервы сегодня? Был там местами так боязно за этот был результат или совсем нет? У них было очень много большинства, но мы все удобно сыграли в нашей, как у нас меньшинство работало сегодня очень хорошо. Что мне очень тяжело было, у них много бросок с таких неудобных углов, просто от штанги или так. Мы это все смотрели на видео тоже с тренера, но у них были там 7-8 бросков неудобных очень с угла или такой, но... Это врата не любит. Спасибо большое.